9 февраля 1943 года. 598-й день войны. Сегодня утром войска 40-й армии под командованием Кирилла Москаленко полностью очистили Белгород от врага. Перед командирами частей и соединений поставлена новая задача – форсировать наступление с целью освобождения Харькова. Армия Москаленко устремилась к городу с севера. С востока через Волчанск к Харькову прорывается 69-я армия Михаила Казакова. 3-я танковая армия Павла Рыбалка форсировала реку Северский Донец, овладела городом Чугуевым и обходит Харьков с юга. 9 февраля началась операция «Полярная звезда», в которой принимали участие Северо-Западный фронт, Волховский и Ленинградский фронт. В задачу операции входило уничтожение немецкой группы армии «Север» и освобождение Ленинграда и области. Но, к сожалению, ни одна из задач не была выполнена. Сегодня войска Северо-Кавказского фронта при содействии Черноморского флота начали Краснодарскую операцию. Цель – освобождение Краснодара. Командование Северо-Кавказского фронта торопится с наступлением и начинает его, не дождавшись полного сосредоточения войск. Из-за бездорожья и распутицы армии не успели выйти в исходное положение для наступления. В результате 58-я и 9-я армии, которые наносят главный удар, не могут прорвать вражескую оборону.